Сегодня в супермаркете Фора я купил йогурт. Торговая марка мое улюбленное чудо. Да, похоже на чудо, так сказать. Испанский апельсин. Наполнитель. 540 грамм стоит около 35 гривен. Бывает дешевле можно найти, но... Это где-то $1.20. Сделано в Украине. Состав молоко. Наполнилось 10%. Цукор. Короче, здесь написано, как он приготовлен, какие бактерии. Перед жеванием перемешать. Ну, мы открываем так просто. Цвет такой апельсиновый. Пробую. Да. Хорош, хорош. Кто любит апельсин, рекомендую.